Акция «Спасти и сохранить в Югре» в этом году пройдет под девизом «Живи в стиле эко». Югорчан научат разделять мусор и повторно использовать вещи. В программу акции вошли 30 мероприятий окружного, межрегионального и международного уровня. Еще более 1100 событий пройдут в муниципальных образованиях. Югорчане смогут принять участие в благоустройстве городов и очистят лесные массивы и береговые зоны. Одним из самых масштабных событий станет 25-й международный экологический телефестиваль. «Спасти и сохранить». В адрес организаторов уже поступили работы из 37 стран мира, впервые из Перу, Великобритании, Кореи и Чили. Также запланирована 20-я юбилейная конференция молодых специалистов компании недропользователей. Состоится и полюбившаяся жителям Югры музейная арт-маевка. В этот раз мероприятие примет музей Игышева.